В рамках регионального месячника по санитарной уборке территории муниципальных образований Московской области 12 апреля в Ленинском районе состоялся субботник. На уборку обнажившегося после зимы мусора в этот день вышли сотрудники всех служб муниципальных предприятий, учреждений и организаций. Наша съемочная группа побывала в некоторых частях города, где трудились служащие административного аппарата. Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. Овраг по проспекту Ленинского комсомола у дома номер 68 убирали служащие отдела по строительству администрации Ленинского района. В лице управления отдела по строительству и отдела, значит, экономического отдела, отдела кадров, все вот они здесь у меня готовы ринуться в бой. Уже к полудню в этой части города было собрано большое количество мусора. Тяжело все это убирать, поэтому, дорогие жители района, города Видное, соблюдайте чистоту в городе, оставляйте город чистым, красивым. Нам будет приятно, вам будет приятно. Каждый год мы убираем в этом овраге, и каждый год огромное количество мусора. Прежде всего, обращение к жителям – следить за своей территорией, выбрасывать на мусорки. Сотрудники управления образования вышли на уборку своей территории. Другие управленцы в этот день выехали на места образовательных учреждений, где проводился субботник. У нас штаб на втором этаже управления образования, где каждый ответственный от образовательной организации прозванивает, говорит, какое количество вышло. Если это школа, то это могут и с согласия родителей, и дети, и сотрудники, сами родители. В общем-то, и, соответственно, территории больших нужно привести в порядок. И они это делают. В лесопарковой зоне у поликлиники, территория которой находится в ведении Гослесфонда, трудились сотрудники администрации и весь депутатский корпус, городской и районный. И здесь пришлось не только мусор собирать, но и сухостой. Вот мы сегодня решили преобразить и вычистить от этого мусора, уже там, который годами скапливался. Уже проходящие жители давали свои замечательные оценки, благодарили за то, что наконец-таки взялись и решились, и наводите здесь порядок. Это здорово, что мы сегодня все вместе, все дружно, городом, в поселениях наших вышли на субботник, наводим порядок, готовимся весне. Так принято, что когда зима уходит, наступает весна, наводить в доме порядок. В день проведения субботника погода была солнечной, и это давало людям еще больше импульс для наведения порядка в своем городе. Вот мы там на улице Лесной уже где-то года 3-4 команды убираем. И первые два года мы не могли все вытащить, столько мусора было. А сейчас вот вышли, прошли, в общем-то, так мешков 10 набрали. В поселке Ленинском вышла группа из 5 человек. И гребут территорию граблями, с мешками. Попросили нас обеспечить их инвентарем. Когда мы это постигнем, вот хотя бы через собственные руки каждого, кто здесь вот ходит, тогда у нас, может быть, и субботники не надо будет проводить. И так будет чисто, мы будем просто наслаждаться этой чистотой. В день проведения областного субботника наш город посетил министр энергетики правительства Московской области. Очень радует, что люди так с энтузиазмом откликнулись на инициативу проведения субботника. Очень много людей, которые убираются. Видно, что многие из них делают это инициативно, то есть не является это предметом какой-то компанейщины. То есть действительно люди любят город и с любовью к нему относятся. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.